Это канал Просто о мультиварке. Сегодня мы будем готовить индейка в соусе барбекю. Конечно, в данном рецепте можно использовать и курицу. И, в принципе, если вы занимаетесь фитнесом, спортом, или банально сидите на диете, тоже будет очень хорошо. Но у индейки есть несколько козырей. Во-первых, жир. В индейке его еще меньше, чем в курице, а мы будем использовать именно филе, это очень важно. Второй момент, в той же индейке больше того же кальция, ну и других элементов. И третий, индейка дает гораздо более высокую насыщаемость, а это, да, в случае с диетой, это очень важно. Итак, впереди нас ждут продукты, потом приготовление, а в конце видео калорийность, белки, жиры и углеводы. И не забывайте, если ваша мультиварка несколько мощнее моей, желательно уменьшить время приготовления. Продукты. Для приготовления нам потребуется 500 грамм филе индейки, 100 грамм лука, 100 грамм соуса барбекю, пол ложечки соли и пол ложечки паприки. По продуктам у нас все, впереди подготовка. Итак, индейку режем средними кубиками и мелко шинкуем лук. На этом подготовка закончена, мы переходим к готовке. Начнем. Начало достаточно простое. Отправляем в чашу индейку и лук. На режиме жарко 10 минут. При этом старайтесь каждые 2-3 минутки перемешивать с открытой крышкой. Через 10 минут отправляем в чашу специи и соус барбекю. Пошли специи и пошел соус. Тщательно перемешать и с закрытой крышкой, но при этом не забывайте каждые 5 минут хотя бы перемешивать. Также на режиме жарко. Все тщательно перемешиваем. Но уже с закрытой крышкой, повторюсь. Итак, 10 минут пробежало, и мы отправляем нашу индейку на тарелку. Чуть-чуть украсить, ну, украсим зеленью, огурчиками, чем, ну, в общем-то, что у вас есть, что пойдет на украшение. Полчаса работы мультиварки, и у вас ужин, который идеально подойдет, если вы занимаетесь фитнесом, спортом, банально сидите на диете. Очень сытно, красиво, вкусно, а значит, приятного аппетита!